Цитатник блогера. Ты в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас мы будем кувалдить. Я думаю, у вас у всех в головах вопрос, кто это такой вообще, откуда он взялся? Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Оживление. Оживление мертвеца. Ну-ну. Пиздец, сколько нарушений правил техники безопасности. Как это стрёмно выглядит. 8 умножить на 8 получается. У нас есть 16 вариантов, как... 8 на 8! Чтоб я понимал, что тут делать. Ну, подожди, сейчас я зазор на свече отрублю. Если нет свечи, засовываем сюда мизинец. Есть! Сука, не хочется жить. Я с лестницы упал, все нормально. 15 лестниц меня чуть-чуть побили. Вадим, ты уверен, что это швабра делает? Да. Это же Жигули. Важен результат. А результат есть. Я не в ахуе, я в трихуе, пацаны. Бензонасос работает. Все нормально. Да почему ты такой, а? Советую вам. Если будет конец света, в живых останусь только я и тараканы. Блядь, я не пишу. А может просто отпиздить по фану и продадим? Бац! Нихуя себе! Ебать! Ха! Ай, бля! Сука! Компрессия, пизда, все, нахуй, ГРС, стоп! Уепутала, блядь, московская! Блять, кстати, пацаны, ай, блять, не вверх, отпусти! Вниз! Это, блять, не вверх! Давай! А почему с нами нет Вадима? Потому что я в больнице. Сплюнем, склеим, полетим. Хорошо, бля. С первого раза. Ёпка, Вадим. Стоило мне отвлечься, и Вадим уже вон. Пацаны, я сейчас тормоза починил с 2 км/ч, еле оттормозил. Все, выноси за мной. А чё тут дергать-то надо? Нет. Покажи с моей рукой, Марк 2. Покажи. Бля, она сейчас прям довлеком туда ливанет. Вадим, ёб твою мать. Же надо было додуматься с армянином играть в нарды. Я вас обожаю, погнали нахуй. Да чай, пиздунячий, ебунячий идей, я тебе отвечаю. Я супермен. А теперь очередь крузака. Какой крутой. Сколько девочек у него будет с этой машиной, да? Да? Какой, сука, кайф, мать его! Господин, убавьте, пожалуйста, свет. Глаза открыть, спасибо. Чтобы все в новом году были не в ахуе, а в трихуе. Пятерихуе, блядь. Северихуе, блядь. Кто такие? Я вас не звал, идите нахер. А ну-ка давайте вместе подпишемся на этот канал. И оставим по 5 комментариев под видео, чтобы Вадим увидел сие творение. А Вадиму мы пожелаем удачи и запустим хэштег «Вадим не рукожоп». Ну правда, мы же волнуемся. Чтобы у тебя все руки в масле не были, вот эту вот пробочку, когда ее, короче, откручиваешь, ее туда надавливаешь.